Бонусы и единовременные премии. Продолжая поддерживать и развивать свою команду, ты можешь начать получать бонусы и единовременные премии. Если один из партнеров, которого ты обучаешь и поддерживаешь, достигает уровня объемной скидки 22%, он формирует так называемую отделившуюся 22% группу. Это означает, что ты начинаешь получать бонус от продаж этой группы вместо объемной скидки. Ты можешь получать 6 типов бонусов с Oriflame, и когда ты закрываешь более высокое звание, доход от бонусов часто составляет большую часть твоего заработка. Кроме того, 22% группы могут дать тебе возможность закрывать новые звания, получать единовременные премии и квалифицироваться на международные конференции. Ты получаешь единовременную денежную премию каждый раз, когда закрываешь новое звание, начиная с уровня директора. Твое первое звание принесет тебе 100 тысяч рублей. Чем больше у тебя 22% групп в структуре, тем выше твое звание и тем больше единовременные премии. Хочешь побывать на Средиземном море, отправиться в Монако, Париж, Нью-Йорк, Стокгольм, Сидней или Токио? Развитие 22% групп поможет тебе квалифицироваться на такие международные поездки. Давать другим людям возможность исполнить свои мечты и жить той жизнью, к которой они стремятся – вот в чем суть лидерства и способ получить удовольствие от всего, что может предложить Oriflame.